Утро раннее, темно, спать не хочется давно. Тома тихо потянулась и горёшке улыбнулась. Стук раздался у ворот. Это праздник к ней идёт. Нет, не Новый год шагает. День рождения наступает. Ты, Тамарочка, не спи, телефончик заходи. Там тебя уже давно поджидает кое-кто. Дорогая Томочка, хоть мы и не знакомы с тобой лично, но мы любим и уважаем тебя и твою компанию «Изолончик». И сегодня хотим поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе много-много. Быть всегда такой красивой, милой, нежной и счастливой. Никогда не унывать, верить в чудо и мечтать. Улыбаться, веселиться, на негатив не заводиться, ведь миром правит красота, любовь и доброта. С Ирой Ищенко дружить, дружбой крепкой дорожить, ведь она всегда поможет и новиночки предложит. В мастерскую к ней всегда бегать с самого утра, для здоровья полезно и, конечно, для ума. Настоящий супервумен, будь в компании своей, и умелой, и активной, очень-очень позитивной. Материалы закупай, нам, девчонкам, помогай, красотою зарядиться, всем идеям воплотиться. Семейный пустячок не гаснет, и свечи в вашем доме пусть горят всегда. Огонь приносит в дом ваше счастье, любовь и верность навсегда. Детки пусть тебя оберегают, помогают во всем и всегда. Надюша в изолончик почаще забегает, Дианочкой побаловать тебя. Что еще? Конечно, о здоровье. Ведь его не купишь никогда. Будь здоровой, крепкой, стройной, сильной духом ты всегда. Деньги – это вроде мусор, но без них мы никуда. Пусть монетки в кошельке из кожи не иссякнут никогда. С днем рождения мы Тамару поздравляли, много пожеланий ей прочли. И еще ей пожелаем мудрости на жизненном пути.